Приветствую вас. Если говорить о том, как от этого избавиться, то что, в общем-то, наверное, избавляться от этого напрямую было бы не совсем правильным решением, потому что ведь за тем, что вы делаете, есть ваше желание, есть ваши потребности какие-то, и просто так отказываться от них, отказываться от этого было бы, наверное, не совсем корректно, поэтому я бы сказал, что не нужно. Другой вопрос. Чего вам хочется? Вот. Понимаете, вот этот момент очень важный. На мой взгляд, как мне кажется. И на это вам имеет смысл обратить свое внимание. Вот. Что-то у вас, вероятно, произошло, когда вы смотрели мультик, о котором написал, и вас это впечатлило, может быть, немножечко даже травмировало. Вот. И, соответственно, это нужно исследовать, это нужно смотреть. Потому что только так можно понять, что с вами происходит. В целом, то, что вы описываете, это очень похоже на треугольник Карпмана, по крайней мере, по описанию. И, соответственно, треугольник Карпмана в первую очередь про жертвенность, про заниженную самооценку, в том числе про проблематику личных границ. Вот. И, соответственно, это можно и нужно исследовать, вот. Как мне кажется, по крайней мере. Вот то, что я могу вам сказать. Ну, понятно, что у вас здесь не только, вероятно, с этим есть трудность, не только с этим, вероятно. Вот. Вероятно, есть трудность еще и с чем-то другим. Вот. Потому что очень часто бывает такая ситуация, что человек выбирает выбирает такую форму, ну, форму взаимодействия, да, такую форму вот, общения, такую форму контакта с людьми не просто так. Часто такая форма контакта выбирается тогда, когда человек боится близости
боится близких отношений. Вот. Такое бывает вот довольно-таки часто. Поэтому вы можете вполне вероятно опасаться того, что с вами будет в отношениях, где вы будете на равных. Вот. Может быть, вы боитесь, что вас могут бросить, может быть, вы боитесь, что вас могут как-то принизить и так далее. Ну, то есть, вполне вероятно, что такая история имеет место быть. Вот. Поэтому, соответственно, нужно проанализировать вам еще и это. Вот. Ну, не менее важно, не менее важным, на мой взгляд, заключается еще и то, что вы не ко всем людям вот, ну, относитесь так, да? То есть хотите вы спасать не всех вот, людей, вот, а только некоторых. Вот. И это тоже очень важно, потому что, ну, видимо, для вас это имеет определенное значение. Вот. Вот, в принципе, то, что хотелось бы вам здесь сказать. Треугольник Карпмана вы можете, в принципе, изучить самостоятельно, вот, ну, то есть, вот, именно вот треугольник вы можете изучить самостоятельно. Вот, а дальше уже поработать и с личной ответственностью, и с границами, и так далее. Вот такой аспект. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой, вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, она вам пригодится.